Привет, Сами Монпростерс. Вчера у нас вышел новый сезон. К сожалению, у меня вчера не было возможности записать ролик. Вон за бронзу уже дают награды. Шляпа. Классный костюм, еще гроза вот. Новая халява вышла. Сезон, сейчас купим этот Royal Pass. Вот халява навсегда, рюкзак есть. Вход в игру, еще вот халява. Вот потратившиеся есть задания. Вот новая тут можно любую вещь выиграть в том событии, которое я вам сейчас показывала. Ну и получаем 928 целых очков. Еще карту. Сейчас пополним тогда. Ну, костюмы халявные. Вот еще событие это. Нифига у меня купонов сколько. Коряк меня больше продвинут. Непонятно, для чего эти кристаллы нужны. Это еще купим. Новый прем вышел. Ну что, покупаем. Юсишки выбираем. Ля какой. Мне костюм очень понравился, если честно. Очень классный. Не, ну посмотрите. Прекрасно просто. В событии каком-то был такой костюмчик.
Парашютик классный, вот такой еще. Эмоция. Ну, прикольно, мне нравится. Самолетик не очень. О, редкий костюм леопардовый. Леопардовая бандана, у кого есть, тому повезло. Такая еще эмоция, прикольная. Еще есть граната капуста из магазина. Смотрите, классный. Еще у нас тут АВМ. Вот это годно под костюм. Прикольная АВМ. Капуста такая есть еще. Ну и не очень этот мне понравился. Смотрите, как теперь можно. Можно второй раз купить. Второй раз можно Royal Pass получить. Еще вот тут второго сезона можно. Сюда сейчас зайдем, халяву получу. Да, жалко, в этот раз я не успел зайти в команду. Не получу много наград в этот раз. Еще халява. Компенсация за обновление. Много дали. Прикольный. Два классика. О, местный магазин, смотрите, тут коряк на халяву. Кристаллики. О, смотрите, коряк прям золотой, прикольный. Если получу, хорошо будет. Но у меня не хватает. О, смотрите, у меня один купончик есть. Open кейсинг хороший, много кейсов на время.
Есть у меня такая шляпа. Так, есть классические еще. Без пропуска подкроем. Мой премиум, смотрите, изменилось 5, 15, 25 теперь у нас. Так, шансы по выпадениям увеличились. Вы это видите? Ну что ж, погнали. Отчет залагала. Я открыл. Так. А, во, выпала граната. Это все, наверное. Сейчас еще классик купим тогда. Вот еще новое событие. Где мы собирали там всякие вот эти вот штучки. По всей карте то, что на ранделе разбросано. Кстати, вот смотрите, шут есть теперь. Прикол, мифики добавят. Вот новый костюм. Теперь есть. Прикол, скоро мифики добавят. Вот он. Скоро мифики просто добавят в обменный магазин. Прикольно будет. Походу, кроме дымовой гранаты, мне ничего не выпало. Повторка. 6, 2, 3, 4. 5, 6. Теперь премиум по одному открываем.
походу разраба теперь больше процент для фритоплейных игроков, чуть-чуть побольше шанс теперь выбить что-то реально стоящее. И гарант. Юм. Ну, прикольно. Давайте посмотрим. Классно. Сто 95 серебра получил, много. Ну, покрутим. Две. Повезло. Забираем. Четыре процента шанс на выпадение здесь. Я так думаю, потом куплю как-нибудь. Открываю. Такого раньше не было, теперь можно прямо сейчас купить, улучшить все. Ну что, вот такое получилось видео. С вами был Димон про 163. Всем удачи. Еще увидимся. Пока. А да, еще вот на смоте теперь грозная флора есть. Всем удачи. Пока.